Красноярск сегодня стал столицей хоккея. В эти минуты в Платинум Арене начинается матч мировых звезд. Красноярец Александр Семин так прощается с карьерой профессионального игрока и пригласил к нам в город партнеров по сборной России, чемпионов мира, игроков НХЛ. Хоккея такого уровня у нас еще не было. На месте работает наш корреспондент Евгений Шиповский. Женя, как там атмосфера? Овечкин, Семин, Дацук уже на льду. Антон, приветствую. Наверное, ты мне даже немножечко завидуешь, потому что мы сейчас находимся на прощальном матче Александра Семина. И здесь совсем не грустно от того, что он прощальный, потому что обещает нереальное какое-то шоу сейчас будет. Буквально через 7 минут начнется церемония открытия. А пока расскажу о том, что зрители уже пускали в Платинум Арену в 16:30. Для них работали и фотозоны. Вот, кстати, все зрители, практически трибуны готовы. Для них работали фотозоны. Также работали какие-то игровые вещи, связанные с хоккеем. Очень много сегодня детей здесь с хоккейных школ. Все мы с вами знаем, что билеты приобрести на этот матч было очень тяжело. Да, их там продавали в 3 этапа, но практически нереально было купить. Сегодня мы спросили у красноярцев, как им все-таки удалось сюда попасть. Давайте послушаем. Час 20 без остановки возле компьютера с попыткой купить билеты. Каким-то чудом нам удалось. Вообще хотели из семьи 7 человек поехать. Но в итоге вот мы приехали с сыном вдвоем. Волнительно и мучительно. В итоге купила на Авито у каких-то более продвинутых людей. Наш земляк, во-первых, завершает карьеру. Ну и, конечно же, увидеть Александра Овечкина только в Америке можно. А тут он к нам приехал в город. Куча эмоций. Драйвом. У вас прям все классно. Ну, да-да, предвкушаем. В 19:30 начнется этот матч, которого все ждали. Напомню, что на льду встретится команда Александра Семина, а также Павла Дацука. Разбили на две команды. В команде Александра Семина играет Александр Овечкин, которого очень многие зрители все здесь ждут. Многие не видели его вживую, в принципе, никогда. Говорят, что очень классное событие, что мы его наконец-то увидим вот здесь на льду. Также добавлю, что через 5 минут состоится грандиозная церемония открытия, на которой обещали какое-то нереальное лазерное шоу. Об этом более подробнее расскажу вам уже в вечернем канале «Прима» сразу после новостей. Не переключайтесь. Антон, вам слово.